Привет! Сегодня я со своей любимой буду играть в аснофобию. Надеюсь, будет интересно, страшно и весело. Приятного просмотра. Все. Не отвисает у меня. Подожди. Ты по воздуху идешь просто. Я иду. По воздуху. Лунной походкой. Так, я пошел искать этого дурня. По дому, короче, бродить сейчас. Найду эту дуру. Так, надо, наверное, еще свет сейчас врубить поначалу. Врубил свет? Ты где? Я еще в начале дома бегаю. Ой, это что, ты ультрафиолет зажгла там? Нет. Так, тут и 7,5. Короче, температура здесь такая себе. Опа! Это охеренно. Охеренно. Мы перегрузили свет, короче, в доме, походу. Я ни черта не вижу. Это ты там бросаешь банки какие-то? Да, конечно, с огурцами. А где огурцы? Съела. Он на кухне, походу, бросал эти кружки. Где-то здесь переходит 3 градуса. Где он бросал эту кружку? Почему свет так... О, этот придурень здесь. Я сейчас... Кто-то... отрицательная. Здесь отрицательная где-то. Погоди, где-то здесь отрицательная часть. Во, вот в этой части кухни. Короче, он на столе здесь лежит, наверное. Ну, я сдвинул перед нами. Журнал-то открыть. Вот. Господи. Так, минусовая температура. Что у тебя за мысли? Так, где этот придурень? Смотри, какой усатый. Усатый. Усатый волосатый. Монокль. А ты где? Ой. Погодите. Так, школьный дневник надо. Я несу школьный дневник. Сейчас будем просить расписаться его. Ага, опять двойку получил. Ну-ка, иди сюда. Ой, бегу. Не надо, не трогай. Ой, а посмотри в отражение. Блин. Иди сюда. Что это такое? Как они отражение ужасно сделали, мерзко. Ой, тут череп валяется. Нет фотоаппарата. А я забрал. Ой, он свечку потушил. Что с оптимизацией игры? Ой, этот придурень стал ходить тут по дому. Ультрафиолет. Где ультрафиолет? Блин, у нас нет ультрафиолета. Так, а у нас рассудок. Господи, что они с текстами сделали? Издалека смотришь, все шакальное. Подходишь, все четко слышишь. Видно. У меня настройки графики самые высокие стоят. Диня. Он чуть на меня не напал. Он, короче, был в углу с какой-то битой, похожей на этого... Какого? Маньяк? Джейсона. Ну, сейчас я ему фонарик в очко запихую. Где он? Где этот придурень? Свет включи. А, он лампочку выбил. Ой, это что? Тарелка полетела. Где ЕМП-датчик? Он на столе должен был быть. Тройка. Слышишь? Я смотрю, походу, в отражение в стекле, я его вижу. Ё-моё, это жутко. Жесть, посмотри в отражение. Смотри, тень большая такая стоит. Мне кажется, тебе показалось. Да ну нет, ну ё-моё, как? Опять он тарелки бросает. Хулиган. Лоу. Привет. Лоу. Ой, что произошло? Где ты, блядь? Где ты, нахуй? Ты заебал, сука! Если ты через 3 секунды не ответишь, я тебя вырву в жопу! Покажись! Реально, это стрёмная тень такая, вот это все. Покажись! Не, мы походу из-за того, что вдвоем здесь в комнате, он не хочет разговаривать. Давай кто-то один из нас будет балакать.
Покажись. Мне кажется, я его заебал. Покажись. Алло. Придурок, покажись. Ты идиот? Ну покажись. Алло, ой, тут... Призрак, который... Слышишь, призрак, который стоит сзади? Ты чё, дурак, что ли? Алло, придурень, покажись, ты где там? Ты что, говна объелся? Лампочку выкрутил здесь. Ещё хернёй всякой занимается. Покажись. Ну покажись. Покажись. Открой дверь. Закройся. Нет, смотри. О-о-о, ну все, он хряпнул, короче. Блять, рамки тут бросает с собаками. Вот черт. 5 МП 5. Одна улика осталась. Одна. Покажись. Блять! Куда? Он меня убил. Странно. Вот падла. Хотя я зажгла благовоние перед ним. Не, ты, короче, благовоние зажигаешь, и надо бежать. Надо бежать из комнаты. Далеко от него. В том-то и дело, что он меня зажал, мне некуда было бежать. А ты через него могла пробежать. Можно было через него пробежать. Нет, я хочу кушать.